Итак, мы получили с вами формулу, что делает один нейрон. Результат работы нейрона – это функция активация, взятая от суммы входов в нейрон, перемноженных с весами, плюс смещение. При этом веса и смещение – это настраиваемые параметры. То, что здесь получилось, можно записать несколькими способами. Это можно записать в виде суммы. Это обозначение означает, что мы суммируем все индексы. Кроме того, это можно записать и другим способом, через скалярное произведение, потому что то, что здесь написано, вот это выражение, это то же самое, что скалярное произведение W с X. Вернемся к функции активации. В биологическом нейроне функция активации у нас пороговая. То есть это означает, что до тех пор, пока в нейроне не накопилось достаточное количество заряда, ничего не происходит. И когда там накопилось достаточное количество заряда, нейрон выстреливает какой-то сигнал. Это не единственная функция активации, которую мы можем применять в нейронных сетях, но пока что мы остановимся на этой функции.